Мультипликационная компания «Всем пипец» представляет фильм «Последний день увольнения». Ой, я иду на работу, в свой кабинет. Ой, я так устала, хоть кофе попить, чай попить. Что это? Мой шеф роется в моем рабочем столе? Что это у нее здесь лежит? Непонятно. Это анкета? Анкета на работу? Я же ей только зарплату повысил. Что это за ерунда? Блин, мне походу хана. Шеф меня теперь точно без премии не уволит. Так, если она будет увольняться, премию ей точно не выплачу. Это конец фильма, но не истории.